Хей, гайс, с вами Шумки, мы продолжаем пройти по названию «Морская братва». Так, у меня два варианта. Мы можем пойти либо сейчас туда, либо туда. Я не помню, где был охерительней. Там, кажется, было с деньгами связано, а здесь тоже с деньгами. Ладно, не суть, поехали. Ладно, плевать. Эй, Оскар, тебя, говорят, выпотрошили? Не выпотрошили, а вышвырнули. Большая разница. Короче, если что, у моего Шурина есть пустая квартирка, а? Можешь там зависать, когда надо. Погоди-ка, если у тебя есть пустая квартира, то почему ты живешь в мусорном баке? Оскар, не задавай вопросов тому, кто идет по пути воина. Жизнь в стальном доме закаляет мою волю. И я! Йо-хо! Ладно, ладно, поосторожней. Квартира так квартира. Молодец, Оскар. Если что, приходи, только щелкни по мне правой кнопкой мыши. Радостный. Так давайте зайдем. Да, зайти в квартиру. Ну, в принципе... Я смотрю, он там снова застрял. Ты кто такой? Ты кто такой? Я тебя не звал. Иди, а, да? Опасное место, смотрите, здесь даже убийство было. Вон труп рыбки сверху. Ага. А мы как раз рядом с трупом, да? Вот как раз место освободилось. Нихера, чё? Подожди. Это что еще? Сколько ты вести? Дешевая мебель. Самая лучшая. Если не считай. Может, потом обменяю. Это что еще? Вот разбогатеет, тогда Джош Изо разорится. Это что еще? Это я, походу, разорился. Люблю запах свежей помойки. 200 раков. Люблю запах свежей помойки. Так, по сути, нам нужно только теле купить и холодос. На это на все нам нужно 300. Да, выходим. Дело будет довольно прибыльным. Йоу. Слышь, друг, дело есть. Хорошее хоть дело-то. А то у меня много важных дел. Пацан, ты мне нравишься. Тебя ждет большой успех. Я тут гонку устраиваю. Если выиграешь, то... О, будешь важной персоной. Насколько важной? Очень важной. А взнос всего пара раксов. 35, если точно. Участвовать в гонке, да. А как насчет одолжить мне деньжат? Надежное дело. Остальные уже на старте. Участвовать будешь? Что-то надо сделать с кредитным рейтингом. А-а-а, бабла нету. Найс, тема. Ладно, нужно подзаработать баблом. Хотя... Вот и бабки.
чисто ровно 25. Я ему их даю, и все. Чё ты лезешь-то? Остальные уже на старте. Участвовать будешь? Да, давай. И поставим мне чешуи. И... Остальные уже на старте. Участвовать будешь? Ну, вот. Да. Уж долги мне ни к чему. Остальные уже на старте. Участвовать будешь? Буду. Придятина, ладно. Оскар, а ты что, не на работе? Вау, Энджи, не будем о грустном. Всегда ты так, Оскар. Лентяй ты, вот ты кто. Да ладно тебе, Энджи, скоро я буду самой богатой рыбой во всем Южном Рифе. В детали вдаваться не буду, но у меня сегодня удачный день. Подумаешь, денек-другой, не поскребу кидам брюхо, делов-то. Дело твое, только держись подальше от Сайкса. Он так зол, что и разговаривать с тобой не станет. Хотя, если ты сделаешь что-нибудь очень важное... Эй, этот краб стащил мою сумку! Без паники, детка, спокойно. За дело берется Оскар! Стой! Вдруг он опасен? Вдруг? Попытаться? Да, попытаться. Нихера себе. Сегодня в криминальных новостях. Взлом и проникновение. Где-то в этом сарае лежит сумка Энджи, но ее почему-то стерегут крабы с фонарями. Эти крабы сторожи плохо видят, но зато они очень вкусны под соусом. И если не попадаться в лучи их фонарей, они тебя не заметят. И барракуд тоже берегись. У них дурной характер, зато они простодушны. Просто душат все, что им попадется. Душат и жрут. Ну, примерно вы сторожей поняли. Можно на время отвлечь, если кидать морских ежей. Это так весело для всех, кроме ежей. Так, надо запомнить, как он двигается, это во-первых. Так, он тут один? Голова кружится! Ложная тревога! И нарушители что-то невкусное пошли. Даже позавтракать с утра не успел. Так, я секретки смотрю. А у меня ведь высшее образование... Контрабанда. Новости науки. Это рубильник. Подплыви к нему и щелкни правой кнопкой мыши. Мне всегда нравилось вот эти миссии со стелсом. И только что мне сообщили, что ты... Да, похоже, что ты открыл дверь. Вот это новость. Вот это новость. Открытые двери. Ну-ка, что там? Похоже, они оставили сумочку на самом виду. Все проще, чем я думал. Куда ты... А может и нет?
Должен же тут быть еще один выход. Да, выход может быть. Я пасхалки ищу. Они слепые. Жизнь есть жизнь, что ж поделаешь. Или для меня они такие. Видите, типа морские жить чисто для отвлечения. Ой! Откуда он появился? Тебе и правда надо задуматься о своем питании. Смотри, сколько тут холестерина. Стоп, я не понял, откуда он на меня напал. Даже позавтракать с утра не успел. Пусть там неурочные раскошаются. Так, ну я плавал сверху. Так, местные бахи. Рыба застряла, найс. Ничего не мешает, просто подплыть ближе к той рыбе. Встать вот так. Сделать так. Короче, мне главное находиться в тени, тогда меня не видят, да? Вот вечно мне надо куда-нибудь плавать, как бабки. Ты ее нашел? Как же ты? Ты ведь никого не поранил, нет? Не-а. Просто ноги ему связал узлом, врезал промеж ушей, в глаз плавником ткнул. Должен выжить. Правда? Ну, что ж, увидимся на работе. Что? Ты что, не веришь, что я могу дюжину крабов голыми плавниками? Ты что, не видела, как я танцую? Какой я ловкий! Да-да, Оскар, плыви на работу. И не парайся, заливая мыло в бочки. Да что ты вообще понимаешь? Я бы краба в лепешку раскатал, если бы драться умел. Если бы у него клешней не было. Мерзкие они. Успех, соточка. Респектую. Так, мне бы еще где-то сатен нафармить. Так, где мои морские ёжики?
ладно. Вопрос, где мой новый дом? Хулиганы. Мне некогда. Давайте я уже нафармлю до конца деньги, потом закупимся. Но пока что, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.